Здравствуйте, я Антон Деркач, и я занимаюсь вопросами личностного роста, в частности, развитием ораторских способностей. По этой теме я прочитал множество книг и в данный момент являюсь участником тренинга по ораторскому искусству, который проводится на базе Первого медицинского университета имени Павлова в Санкт-Петербурге. Я готов делиться с вами этой информацией. Скажите, хотите ли вы улучшить вашу способность говорить публично? Хотите ли вы повысить ваш уровень ораторских способностей? Тогда у меня для вас первое задание. Возьмите листок бумаги и напишите на нем 10 преимуществ, которые вы получите, когда повысите вашу способность говорить публично. 10 причин, по которым вы хотите заниматься этим. Ваши списки вы можете писать в комментариях под этим видео. С вами был Антон Деркач. Подписывайтесь на канал. До встречи в новых выпусках.